У меня убежденность такая: если у тебя есть внутренний заряд, если ты, ну вот, если ты хочешь что-то давать миру, там, то ты можешь в любой точке мира, даже в деревне в какой-то, быть успешным человеком. Всем привет, я дизайнер Мария Рыбакова, и я в проекте «Тверь Тим». Когда я совсем была в детском саду, я вот так крутила кукол и говорила, что я буду модельером одежды. Я пришла в один очень известный магазин ткани, меня не взяли туда работать. И это, честно говоря, был у меня удар такой по моему самолюбию. Был у меня период, мы очень много работали в кино и в театре. А я там красила крапивой ткани. Проект мы делали для компании Расторгуева. Он снимал исторический фильм. Моя любимая клиентка — это Ольга Будина. Фильм «Все включено». Там Нонна Гришаева играла, там она в нашем костюме, по-моему, прямо на обложке даже этого фильма. Начинали мы совсем там, очень даже совсем скромно. С маленькой комнатки и каких-то там бытовых машин. Мы шьем от нижнего белья до шуб. И вот нас однажды пригласили участвовать в показе в Милане. Тепло встретили. Людям понравилось то, что мы сделали. И, конечно же, заказов у нас стало больше. Есть люди, которые вот нам у нас заказывают, потом повторяют заказы. Они уже, хоть они далеко где-то, но они уже нам прям родные становятся. Роскошь по доступной цене. Мы же шьем из благородных материалов. Я как дизайнер готова работать в любых направлениях. Я все люблю. И стразы, и леопардовые. А вот именно бренд Марии Рыбаковой — это что-то лаконичное, элегантное. Не совсем для молодых девчонок. Формула успеха — это позитивное отношение к жизни. Позитивное отношение к любым сложностям. Это вот, это увлеченность. Потому что я увлечена вообще с головы до ног этим всем.